Время пришло сделать обзор на три универсальные женские модели. Мы выбрали, естественно, по нашему компетентному экспертному мнению, это Capita Birds of Fiza, это Jones Twin Sister и, собственно, конечно же, не могли обойти стороной легендарную модель от бренда Neva Sama Infinity. Ну что, поехали, друзья, начнем с Capita, потому что, конечно, у нее просто нереально мощный дизайн. Девчата, когда приходят в магазин, когда хотят себе купить сноуборд, или ребята им дарят сноуборд, все равно, конечно, всегда обращают внимание на дизайн. И порой даже технические характеристики опускаются на самый последний уровень при выборе сноуборда. А на первом месте всегда стоит дизайн, и он здесь действительно очень крутой. Birds of Fiza всегда модель в пуле бренда Capita была одной из самых популярных и продаваемых моделей. И это действительно так. Очень крутой универсал средней жесткости, прогибом позитив кембер. А, собственно, позитив кембер – это что-то среднее между классическим мощным кембером, который, кстати, девчонки не очень любят, и, собственно, флетом. Но флет в последнее время тоже, кстати, становится не таким популярным. И этот прогиб дает, конечно, определенный комфорт, прощает многие ошибки, но при этом, если вы выезжаете на супер какую-то трассу и хотите не отставать от своего молодого человека, а может быть даже перегнать его на трассе, то прогиб позитив кембер начинает как раз работать. Средняя жесткость этого сноуборда позволяет достаточно неплохо и начать кататься на этой модели, и девчатам, которые только встают на сноуборд, и также достаточно хорошо прогрессировать на этой доске, потому что действительно такая модель, я думаю, что даст очень мощный и крутой прогресс. Также хочется отметить, что эта доска очень круто подойдет для девчат, которые хотят кататься и в парке, потому что сегодня с каждым годом таких девчонок становится все больше, кто хочет прыгать с небольших трамплинов, а потом переходить на более мощные, также на перила, на трубки, на боксы. Это, конечно, для Capita такой, можно сказать, традиционный формат, потому что Capita, в принципе, в индустрии сегодня таким зарекомендовала себя таким брендом, что очень много парковых райдеров, конечно, катается на такой модели. Поэтому Capita у нас очень крутой вариант для девчонок, для начала, для продолжения. Ну и, конечно же, дизайн этой модели не оставит равнодушных очень много девчонок. В любом месте нашей страны, где есть горнолыжные трассы, а даже где их и нету, всегда можно встретить доски этого бренда. И девчата, конечно, с удовольствием тоже катаются на этих моделях, как и модель, собственно, Twin Sister, один из самых крутых универсалов сегодня в линейке этого бренда. Что же здесь мы наблюдаем? Поскольку, собственно, обзор для девчат, мы, естественно, обращаем внимание на дизайн. Дизайн немножко, конечно же, отличается, даже, можно сказать, серьезно отличается, но в то же время для Джонса рисует очень крутой дизайнер, его зовут Пьер Робертс, и вот уже на протяжении последних 10 лет он делает вот эти сумасшедшие дизайны. Если сравнивать ее с Capita, то она, конечно, достаточно жестче, то есть, собственно, такая доска уже меньше будет прощать ошибок, поэтому эта доска подойдет для девчат, которые уже себе хотят выбрать вторую доску, доску для продолжения, для прогресса. Но концепция этой модели очень сильно похожа именно с моделью Capita. Здесь в основе тоже лежит прогиб классический кембер, поэтому доска очень круто себя будет вести на трассе, она будет очень стабильна, она будет очень предсказуема. Дополнительные всякие истории в виде магнитрекшена, дополнительные точки также позволят доску сохранить этой доске стабильности на разбитых трассах. Но здесь есть еще такие дополнительные бонусы в виде рокеров на тейлах, то есть у нас края доски имеют определенные рокеры, и еще они имеют форму ложки, что, собственно, существенно даст комфорт, добавит комфорт катанием именно вне трассы, в глубоком снегу. Поэтому девчата, которые захотят все-таки пойти со своими ребятами, молодыми людьми вне трассу, а не остаться, допустим, на курорте в парке, с удовольствием на такой доске комфортно могут это сделать. Но вот достойное место занимает в нашем топ-3 сегодня модель Twin Sister. Ну и переходим к нашей ласточке,
к нашей звездочке, зирочке, я бы сказал, нашего сегодняшнего обзора, модель Infiniti. В основе, конечно же, этой модели лежит гибридный прогиб, который называется Rocker Camber. То есть, в отличие от этих двух досок, в центре доски у нас находится рокер. Если мы положим ее, смотрите, на пол, то доска у нас лежит вот на этой контактной точке. Это самая главная точка этого сноуборда. А под креплениями у нас находятся кемберы. Поэтому такой прогиб сегодня один из самых универсальных и зарекомендовавших себя во всем мире. И хочется отметить, что, конечно, за такие супер универсальные бонусы приходится немножко доплачивать. Если Капита у нас сегодня стоит 47 900, а Джонс стоит 50 500, то Нева Сама стоит сразу 62 тысячи рублей. Она сделана в Америке вручную со всеми, собственно, исходящими из этого регалиями. Но что все-таки дает нам вот эта универсальность? Что нам дает классический вот этот универсальный прогиб под названием Rocker Camber? Гибридный прогиб позволит вам максимально простить вам все ошибки, все огрехи в катании, сделать катание абсолютно по всем кондициям снега максимально комфортным. Слэш, лед, паудер, жесткая трасса, какие-то кочки, которые уже накатали в конце дня. Все это даст вам офигенный, просто комфортный райдинг, эта модель. Также у Нева Сама хочется сказать, что 62 тысячи не просто взялись из воздуха, потому что эта доска сделана в Америке, а потому что это одна из самых крутых систем виброгашения. В этой модели, собственно, как и в других досках Нева Сама, стоят нереально крутые эластомеры полиуретановые, которые снимают абсолютно любую вибрацию, ноги ваши остаются в целости и сохранности. И это, конечно, еще один такой немаловажный бонус в этой модели. Вот, друзья, сегодня три самые универсальные модели, которые мы выбрали из нашего ассортимента, сегодня перед вами. Поэтому, друзья, либо вы, девчонки, приходите сюда, собственно, к нам в магазин и выбирайте. Либо ребята, которые хотят взять с собой девчонок в горы, покупайте им серьезное оборудование и будете кататься вместе и кайфовать. Вот такой, друзья, обзор. Полную информацию про все эти доски можете, конечно же, посмотреть у нас на сайте epicboardshop.ru. Ну а с вами, как всегда, был Epic Boardshop TV. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока.